Михаил Зощенко. Глупая история. Петя был не такой уж маленький мальчик. Ему было 4 года, но мама считала его совсем крошечным ребенком. Она кормила его с ложечки, гулять водила за ручку и по утрам сама одевала его. Вот однажды Петя проснулся в своей постельке, и мама стала его одевать. Вот она одела его и поставила на ножки около кроватки. Но Петя вдруг упал. Мама подумала, что он шалит, и снова поставила его на ножки. Но вдруг он опять упал. Мама удивилась и в третий раз поставила его на ножки около кроватки. Но ребенок снова упал. Мама испугалась и по телефону позвонила папе на службу. Она сказала папе: «Приезжай скорее домой, что-то с нашим мальчиком случилось. Он на ножках стоять не может». Вот папа приезжает и говорит: «Это глупости. Наш мальчик хорошо ходит и бегает. И не может быть, чтобы он у нас падал». И он моментально ставит мальчика на ковер. Мальчик хочет пойти к своим игрушкам, но снова в четвертый раз падает. Папа говорит: «Надо скорее позвать доктора. Наверное, наш мальчик захворал. Наверное, он вчера конфетами объелся». Позвали доктора. Приходит доктор в очках и с трубкой. Доктор говорит Пете: «Это что за новость? Почему ты падаешь?» Петя говорит: «Не знаю, но немножко падаю». Доктор говорит маме: «А ну-ка, разденьте этого ребенка, я его сейчас осмотрю». Вот мама раздела Петю, и доктор стал его слушать. Доктор послушал его через трубку и говорит: «Ребенок совершенно здоровый, и это удивительно, почему он у вас падает. А ну-ка, оденьте его снова и поставьте на ножки». И вот мама быстро одевает мальчика и ставит его на пол. И доктор одевает очки на нос, чтобы получше рассмотреть, как мальчик падает. Только мальчика поставили на ножки, но вдруг он опять упал. Доктор говорит: «Надо скорее позвать профессора. Может быть, профессор догадается, почему этот ребенок падает». Папа пошел звонить профессору. А в этот момент к Пете в гости приходит маленький мальчик Коля. Коля посмотрел на Петю, засмеялся и говорит: «А я знаю, почему у вас Петя падает». Доктор говорит: «Глядите, какой нашелся ученый карапуз. Он лучше меня знает, почему дети падают». Петя говорит: «Поглядите, как Петя у вас одет. У него одна штанинка болтается, а в другую засунут две ножки. Вот почему он и падает». Доктор говорит: «Не нужно звать профессора. Теперь нам понятно, почему этот ребенок падает». Мама говорит: «Утром я очень торопилась, чтобы ему кашу сварить. А теперь я очень волновалась, и поэтому так неправильно ему штанишки надела». Коля говорит: «А я всегда сам одеваюсь, и у меня таких глупых историй с ногами не бывает. Взрослые вечно что-нибудь напутают». Петя говорит: «Теперь я тоже буду сам одеваться». Тут все засмеялись. И доктор засмеялся. Он со всем попрощался. И с Колей тоже попрощался. И ушел по своим делам. Папа пошел на службу. Мама пошла на кухню. А Коля с Петей остались в комнате. И стали играть в игрушки. А на другой день Петя сам надел свои штанишки. И никаких глупых историй с ним больше не произошло.